Тейковскую межрайонную прокуратуру обратились пациенты Центральной районной больницы. Соответствующего оборудования в Тейкове нет, поэтому людей, получающих пожизненную заместительную почечную терапию, на гемодиализ возят в Иваново. С этим пациенты кое-как свыклись, но в июне и доставка их к месту проведения процедуры оказалась сорвана. Из-за отсутствия лицензии на осуществление перевозок автотранспортом лечебного учреждения людей в течение целого месяца не могли доставить на жизненно важную процедуру. По итогам проверки внесли ВАДА из главного врача обл. Тейковской ЦРБ представление. Соответственно, месяц на его рассмотрение есть у главного врача и принятие мер соответствующих. И по результатам, значит, его рассмотрения и анализа полученного ответа будем рассматривать вопрос о необходимости принятия иных мер прокурорского реагирования. В том числе обращение в суд и, возможно, административное преследование.